Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Итак, от полиции мы ушли. Это было несложно, конечно, потому что это только начало игры. Добрались до убежища. Я немножко походил, поблудил. Собрал денежек, прикупился, чтобы вас просто не напрягать этой всей штукой. Ой, мобильничек. Да, знаю. Уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники. Другая линия. До скорого. Так, другая линия. Хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне. Устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Итак, давайте... Вскроем. Устранитель найдет для меня стрелка. Джорди Чин. Я поначалу сомневался, парень со странностями. Вечно треплется. Исходит на работу с модным костюмом. Однако надежен. Нашел для меня их. Морис Вега. Так. Тут вот, кстати, не все такие прямо честные такие. Давай. Так, мы прикупились вроде. Что, на крышу пойдем? Посмотрим, что там. Если вы думаете, что тут хорошие люди собираются, отнюдь. Те еще кровопийцы. Предохранители. Ну, а тут, я уж не помню. Если в какой-то момент сюда зайти... Можно увидеть, как кто-то кого-то тут чпокает. Я уж просто не помню. Извините. Итак, нам надо... О, кстати, у меня тут тачка была моя. Такая разбитая тачка. А где моя разбитая тачка? Ты-то куда бежишь? Ладно. Че, мы непривередливые. Как не смей. А я посмел. Так, о. Доступен новый транспорт. О, еще и транспорт новый доступен. Так. Мне надо... Так. Это что с этим приложением? Вы сможете отметиться. Так. Ну, давайте... Так, ладно. Давайте сначала посмотрим здесь. Вот здесь тоже где-то вот было, я точно помню. Ага, новичок. Первый чекин, поздравляю. Ну поехали, вот второй чекин. Посмотрим. Я вроде как-то раньше охотился за ними, потом перестал, потому что я не помню даже, что ты за них получаешь. А все-таки что-то еще недоступно, ладно. Посмотрим. Так, уйди. Посмотрим, что у нас еще здесь имеется. Медикаменты, аптека. Давайте зайдем сюда. Это что? Разблокировка важных точек. И вот как раз потом туда и зайдем. А пока вперед, вперед. Вперед, мой верный конь. Вперед, мой верный конь. Аптека. Ой, я даже... Блин, а что мне надо? Мне же надо куда-то идти. Так, сначала аптека. А, что ты мне можешь предложить? Так.
все дурь. Да, ё-моё! Да? Нас не поймает. Опасности никакой. Да кому нужен этот чувак? Он же бездомный. Тихо-тихо. Как дела? Медикаменты. Как дела? Я бы хотел бы купить. Приобрел. Блин. Заходите. Как обрывать связь, я уж не помню. Ну это подлая вещь. Так, новая тачка мне доступна, нет? Ой-ой-ой. Ну-ка. Так, ну нам не она нужна. Пойдем сюда. Сюда. Правильно я понимаю? Чё ты там ищешь? Стрелялку играет. А я вот здесь. Пакощу. Так. Ух, смотрите как. Я правильно все-таки пошел. Верным путем. Только разбиваться же мы не хотим. Опаньки. Теперь сюда. Сюда. Это самая первая точка, насколько я понимаю. А, взлететь. Так, где у нас? Все. Заходим. Взламываем. Это первая точка. И частичка карты нам подвластна. Ничего себе частичка. Так, ладно. Награда какая-то. Так, первую точку мы открыли. Сваливаем. Сваливаем потихонечку, не надо тут. Я же сказал потихонечку. Ага. Все понятно. Блин. Нет. Сначала я должен на нее сесть. А вот теперь... Что-то контроллер у меня. Итак, идем. Садимся. Спокойно. Без паники. Так. Опускать барда. О. Нет, стой. Ладно. Ладно уж. Подождите, а мы здесь чекинились. Это же наш дом. Так, а тут преступление. Готовится. Ага. Кажется, он тут рядом. Спокойно. Вероятность нарушения закона. Ну давайте посмотрим. Это нам как народный мститель будем. Хрен тебе, я за стеклянным стеклом. Как правильно еще сказать-то? Эй! Назад, козел! Куда? Блин. Заграждение, да, значит?
В булке. Ой-ой-ой. 911, расскажите, что произошло. Кто-то стреляет. Всем отрядом, запускаю сканирование CTOS. Блин. Вот и сделал доброе дело. Ну-ка. Пусти-ка меня. Блин, вот сейчас бежать. А ведь я добра хотел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, меня пока не видят, надеюсь. Вперед и только вперед. Ни шагу назад. Ой-ой-ой-ой-ой. Они за мной. Куда ты меня прижмешь? Не надо меня прижимать. Прижмет он меня. Блин. Обыщите, а я пока уеду. За мной можете не ехать. Ой-ой-ой-ой. Еще быстро так за мной едут-то. Хорошо, пусть ходят. Так. Вот, вскрыли, поехали. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. У нас имеется тут вот такая загадка. Давайте к загадке. Я уж не помню, но в свое время я их все разгадал. Они очень интересны, как головоломка для разминания мозгов. Давай, не жалей машину, не наша. У нас машины бесплатные. Итак, загадка здесь. Вот она. Смотреть нам на нее надо. Откуда же нам на нее смотреть? Есть что-то? Ну-ка. А, вот он. Так, что у нас здесь? Деньги. Деньги меня не интересуют. Очки опыта, предметы. Вот. Это можно подобрать. Да, эгоист, но добыча моя. Теперь меня точно возьмут в совет Дэнсек. И если он существует. Итак, как вот телефонные разговоры обрывать, я уж не помню. Вот потому что кнопки не прописаны. И вспомним методом тыка. Так. Сюда. О, да, это самое первое. Так, мне где надо? Да нет. Стой. То ли здесь, то ли не здесь. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Частные дома, говорите, да? Ладно. Так. Прервать разговор. Нет, это какая-то не та.
Ладно. Попробуем еще потом на ком-нибудь эксперимент провести. Ну все это можно, да. Где? Задать маршрут. Куда? Так, обнаружено преступление. Нет. Преступлений будет много, но мы... Здесь что-то спрятано. Так. Надо взломать их все. За определенное время. Ну, бежим. Так, я тут похозяйничал же. Так, первую взломали. Да ё-моё, куда? Дальше бежим. Беги. Падла, беги. Так, теперь здесь. Не понял. Давай. Тоже камерой вообще-то надо как-то взламывать. Ну, ё-моё. Взламывай. Садись. Вон грузовичок. На. Давай, взламывай. Последняя осталась. Господи, я ее пропустил, да? Я ее пропустил. Сделал. Итак, мы сделали это. Давайте посмотрим, что это. Вот частные жизни, глаза вот эти. Вот убежище. Ну, к нему мы потом вернемся. Взломайте оставшиеся ящики. Понятно. Давайте потихонечку пойдем. Так, это что у меня? Расследование. О, расследование. Это да. Это мы любим. Так, очки опыта. Идем к очкам опыта. Чтобы вы могли понимать, как эта вся система работает. Давай, сигнализация там. Итак, едем, едем, едем. Самое главное. Духом не стареть. Хулиганы, хулиганы. Так, расследование. У нас получается тут частная жизнь, расследование в одном месте. Да, я плохой водитель. Контракт устранителя. Живет в подвале у родителей, господи. А досрочное будет? Хрена нет, ты прикинь. Так. Он спер гребаную приставку и пачку игр всего-то. Хозяин был дома? Он ему пушкой врезал, но не застрелил ведь. Это разные вещи. За что ему 5 лет впаяли? Блин. Контракт устранителя. Рано нам что-то контракт устранить. Где? Все убрал. Падла. Так, расследование. Опаньки. Что мы видим? Как нам туда попасть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Сюда.
Куда ты идешь столько лет? Через дорогу. Здесь ты где? Открыть. Откроем. И смотрим, что у нас здесь. Так, сделали доброе дело. Сделали? Сделали. Больше здесь ничего нет, ну-ка. Там вроде как ничего нету. Берем машину, она теперь наша. И идем в частную жизнь вторгаться. Ты думаешь, я про тебя забыл? Да вот нифига. Я знаю, что ты здесь. Итак, смотрим. ОС. Обнаружена уязвимость. Открывает доступ внутренний. Так. Открывать-то открывает. И куда ты вот только ведешь? Давайте посмотрим. Блин, блинский. Так. Открыто. Открыто. Да куда открыто-то? Взламываем. Глаза косоватые, нос большой. Сиськи ничего, но лучше бы больше. На трешку не встанет. Какой привередок. Ага, рожа как у мопса, руки как у гнома. Эй, свитер сиськи заслонил. Тупо двойка не встанет. Задрот. А ничего. Милаха, низковато вроде бы, но так норм. Загар, все дела. Ну окей. Пятера. Вылетел из колледжа. О, блин. Твою ж мать. Что? Это... Фу, блевота. Мать. Ох, елки, боже ж мой. Да, фу. О, ну, прекрасно. Да пошел ты. В общем, понятно, да, чем он занимается. Так, проложить маршрут. Что, давайте... Обезоружим, поднимем себе немного репутации. Там как раз заделаем. Что там? Там что-то было же. Награда за развитие. Ну ладно, бог с тобой. Так. В контрактах я пока не нуждаюсь, да? Денег я наворовал. Может даже нажульничал, кому как удобней. Но я действительно потратил много времени, чтобы наворовать. Итак. Смотрим. Где у меня тут потенциальный преступник? С садистскими наклонностями или с чем он там? Может, цифра кайф нужен? Да подожди ты. Хочу так. В Биг Сюр. Поселяешься, и там нет ни телефона, ни телека, вообще никакой техники. Я бы так не смогла, наверное. Можешь, тебе понравится. Это любому полезно. Ух ты, у него ствол. Нет, я не так вообще-то хотел разговор твой прервать. Блин, а как разговор-то прерывать? На какую кнопку-то? Я боюсь зайти, потому что потом глючить опять начнет у меня это. А, во! Нет? Просто рэп читать.
На. На, получи, козел. Остановил преступление. Вот такой я молодец. Он хотел взорвать, представляете? Террорист. Вау. Я не хотел. А давай, это хрен с вами. Блин. Ладно. Сваливаем отсюда. Цифра кайф. Это мини-игры. Кто хочет поиграть, может, конечно, поиграть. Так, давайте посмотрим, куда у нас занесет. Вот еще. Давайте к нему заглянем. Где я? А куда мне надо? Господи, так он вот он живет. Вот и приехал. Оу! Так, взорвать не надо. Уже взорвали одно. А вот как к тебе попасть, человече? Смотрим. Так. Чё, взломать? Блин, ладно. Смотрим. Так. Дом-то вот этот. А вот камера, куда ты ведешь? Пойдем сюда. Опа. Я знаю, что нам надо. Взлом. Ой. Так, а как мне? Вот так. Ага. Куда идем? Получилось. Ненавижу тебя. Ненавижу. Жирная корова. Вечно ноешь, ноешь, ноешь. Вот так просто все бросишь? Да блин, хватит трястись! Давай уже, возьми себя в руки и не будь ребенком. Это кто? Где ты? Давай, сыкуха! Ну что, ничего не произойдет? Нету никаких интересных сцен. Ну ладно. Ну, миссия-то у нас все равно выполнена, я так понимаю. Миссия выполнена. Опа. А вот здесь уже интересно. Давайте. Вот так вот собирал, бегал, представляете? Я же не один так считаю. В новости... Ну-ка, где тут? Я дал ему рекомендации. Да, знаю. Но он все равно из этих... Не слышала. Об этом особо и не болтали. Мне плевать, что там творят политики. Главное, чтобы городом управляли. Блин. Но этот чувак превзошел тебя. Я за него не голосовала. Я бы тебя устроил, если бы голосовала. Вроде никто не голосовал. Но сама видишь, живем со злом. Какой из него мэр? Вот почему он не сказал, что повышает плату? Нет, не так. Так, деньги, деньги. Я тебе мозги вышибу. Где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Преступник убегает. От меня не убежит. Знаете, что с ним будет? Никакой пощады. Да, я кровожадный. На, на. Падла. А если узнает, так. Вот как прервать? И щита не смотрит, только оплачивает. Заметит, что ты билет купила. А меня и след простыл. Пошел он. День прервать. Но не вернул. Дурная затея. Он же такой нервный. Да. Да. Да, все так. Да, я хотела... Да? Да, но...
Вроде на shift нажал. Ладно. А куда я уехал-то? Ой, еще и уехал, ладно. Давайте посмотрим. Вроде shift, значит, будет. Преступление. Подождет ваше преступление. У меня тут более важное дело. Вот здесь я где-то. Где-то тут. Что такое? Камера слежения. Давай-ка посмотрим. При помощи тебя добраться туда. Так. Не понимаю. Все, скачиваем. Светофор. На! Авария обеспечена. Бумк. Вот такой я хороший. Ну или нехороший, как вам правильно. Пакостник. Да, я такой. Так, взорвать. Зачем взорвать, если мне надо что-то тут взломать? И как попасть-то туда? Что-то открыл. Тихо. И что тут? Ничего такого интересного нет, конечно. По крайней мере, я не вижу. Чтобы оно было. Ну, есть идея. Давайте обойдем этот дом сзади. Что там? Вот оплата за услугу. Так, что у тебя? Да. Так, где ж ты, тварь? Вот это, наверное, будет. Не знаю. Не могу вам сказать. Итак, мы идем к нашей цели. А наша цель вон там. Тут что-то есть. И куда нам бежать? Ой-ё! Взлом всех трех. Ну вот, опять. Давай, беги. Задний ход. Что у нас? 4 минуты. Ты фракайф пробовал, а? Блин, я не на то нажал. Я не на то нажал. Надо было вот сюда. Давайте я переиграю. Или подождите, или может успеем. Где электричество? В чем дело? Нет, давайте лучше все-таки переиграем. Итак, пробуем снова. Что-то странное нашел. Первое-то у нас вот она, как раз перед нами. Гребаные узлы. Ну давай. Спокойно. Без фанатизма. Так. У нас только одна камера тут. Цифрокайф нужен? Их есть у меня. Блин, блокаут не надо нам. Еще камера. Вот этой камерой можно взломать? А какой камеры тут взламываться-то? Блин. Не понимаю. Нет, так не проходит.
А, тут надо подниматься. Все, понял. Тут без камеры. Давай, мотоцикл. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Тихо, 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 тихо. Где-то тут залезть надо, да? Да. Блин. Давай, теперь. Взломали. Куда мне езжать? Куда, 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 куда? Блин, там переплыть, что ли, как-то можно, или что? Камера есть? Давай. И остается последнее. И заткнись лучше, придурок. Справился. Как мне вылезти-то? Вот так. Ну что, я думаю, на этом все. Я пойду в убежище. Прилягу. А, нет, смотрите. Задание выполнено. Давайте посмотрим, куда это нам показывает. Где-то тут зачекиниться можно. Все, ну я сейчас тогда до убежища. С вами на этот раз все. Увидимся в следующей серии. Пока!